Серьезный переполох произошел в американском Техасе во время подготовки к спортивным играм. На стадионе, где выставляли пластиковые заграждения, внезапно самостоятельно начал двигаться электрокар, сбивая всех, кто попадался на пути. Один человек при этом оказался на водительском кресле, но сделать ничего не смог. Остановить машину удалось служащему, который запрыгнул на нее на ходу. В результате инцидента серьезно никто не пострадал. Тем не менее, нескольких человек доставили в больницу для обследования. Причины происшествия выясняют.